Доброе утро, друзья. Сегодня 16 марта. И смотрите, опять у нас идет снег. Вот его сколько много. Опять насыпало. Вот какие у нас 0 градусов показывает. Но снежные барханы все сыпет и сыпет. А ведь как бы весна на дворе. Дворец как сочетание наш. Луговое. Снежок. А вот это у нас церковь. Красивая, правда? Очень красиво. Вот так вот начинается утро. 7:34 на часах. Все торопятся на работу. Трактор чистит. Вы видите, трактор чистит. Чистит снег, который не перестает идти в данный момент. Красиво, правда? Хорошего всем дня. Доброе утро, друзья мои. Сегодня уже другой день. 17 марта. Уголок памяти воинов у нас тут есть. Вот. Это все та же церковь. Державные иконы Божьей Матери. Красивая. Сегодня пасмурно. -3. Ну, там налоговая, пенсионный, дворец бракосочетания, прокуратура. Все тут у нас рядом. Вот. Достопримечательность наша церковь. Вот. Пятачок, семицветик, где продают цветочки. Районная поликлиника впереди по курсу. Вот. Остановка общественного транспорта, троллейбус, автобус, маршрутки. Там виднеется кафешка, в которой шашлычки можно перекусить и отдохнуть. Там как парк культуры и отдыха. За деревьями виден цирк, который еще не работает. Как-то так у нас с утра. Всем хорошего дня. Привет вам всем. Моего канала «Жизнь в Башкирии». Всем удачи и хорошего настроения на весь день.